Условия содержания нормальные, это отремонтированный блок. Ни одного, ни другого жалоб на содержание нет. Хотя Калви содержится в камере большего размера, там 8-местная камера 7 человек. И он не сомневается ни в одном своем слове, которое нам говорил, что приходить сюда инвестировать в российскую экономику. Потому что и страна, и юрисдикция, и экономика, они очень привлекательные. И он говорит, что я нисколько, вот все, что случилось, никак не повлияет на мое мнение. И я честно говорил своим инвесторам, что так надо делать, и буду говорить это дальше. Если будет продолжаться дело долго, то, конечно, я боюсь, что нам будет очень долго и сложно объяснять, прежде всего, иностранным инвесторам, что надо инвестировать в проекты в России.